Одессит Руслан Верин продолжает свой экстремальный велопробег. Больше недели он путешествовал на велосипеде по Заполярью. Ночевал исключительно в палатке, топил снег, чтобы добыть воду, пережил вьюгу и холод и любовался по ночам северным сиянием. Сейчас он также находится на Аляске и доехал до одного из самых крупных городов самого северного штата США – Фэрбанкс. Флаг Украины, который пережил Азию, уже потрепался от этого льда, от этого холода. Hello. Where are you coming from? I am from Ukraine, but now I come just from Prudhoe Bay. You came from Prudhoe Bay? Yes, by bicycle. It was very crazy trip. Надеюсь, что дальше будет хотя бы такая же температура. Можно немножко теплее. Финальной точкой путешествия станет Мексика. Велосипедист преодолевает в суровых условиях более 7 тысяч километров за полгода. Также за плечами одессита велопутешествие по Африке и велопробег от Одессы до Сингапура.